И всем салам алейкум, это обзор модов, а точнее обзор мода Mr. Crayfish Gun Mod на версию 1.19.4. В общем-то, как по названию, наверное, можно было понять, это должен быть мод на оружие. В принципе, как вы здесь его и видите, он таковым и является. Но мы не будем медлить, мы посмотрим на все виды оружия, немножко их протестируем. Посмотрим все крафты, их, к счастью, не особо много, и они не особо сложные. В общем-то, чтобы начать данный мод, вам нужно скрафтить вот такой вот верстак. Крафтится он достаточно легко, это, если что, у нас светло-серый бетон. После того, как вы скрафтили данный верстак, вы можете в него зайти и офигеть от интерфейса. Но если же присмотреться, то интерфейс вообще не тяжелый. Вам показывается оружие или то, что тут есть обвесы, боеприпасы. Вы можете его просто посмотреть, оно само крутится, повыбирать там, какие есть здесь оружие. Ну и, в общем-то, скрафтить его сразу. Давайте начнем с самого простого, это у нас пистолет. Для пистолета нам потребуется 14 железных слитков. Еще, кстати, оружие можно все красить. Сейчас где-то должен быть краситель, допустим, бирюзовый краситель. Мы положили 14 железа для пистолета, вот он пистолет. Можно сразу положить краситель, и вот у нас будет уже сейчас бирюзовый пистолет. В общем-то, собрали, он у нас тут появился. Все, смотрите. Но для того, чтобы зарядить пистолет, нам нужны, конечно же, пули. К этому мы вернемся потом. Когда в руках вы держите оружие, то у вас, во-первых, немножко меняется вид. То есть, если вы вот так вот переходите влево-вправо, то у вас камера начинает двигаться. Как по мне, достаточно прикольно, но долго с таким не поиграешь. Присутствует, конечно же, прицел. Вот так вот можно пострелять. Все, попали по слизню. Также в игре присутствуют обвесы. Вот, допустим, есть короткий прицел, глушитель и легкая ложа. Чтобы одеть все эти обвесы, нужно нажать просто на кнопочку «Я», когда вы в руках держите свое оружие. В общем-то, обвесили его, и теперь оно у нас выглядит именно вот так вот. Какие эффекты оно дает, вы просто смотрите на сами значения этих всех обвесов. Вот есть перки, получается улучшение, снижение. Такой вот, в общем-то, пистолет у нас получился. Теперь нажали на прицел. У нас вот такой вот точечный прицел. И мы можем быстрее намного стрелять из нашего пистолета. Дальше на очереди у нас идет дробовик. Он крафтится из 24 кусков железа. То есть, в принципе, достаточно дешево. У дробовика также присутствует вот такая вот крутая анимация. Вот такой вот прицел. В общем-то, стреляем. И можно даже увидеть те пули, какие летят. То есть, ну, разброс пуль можно тоже увидеть. В принципе, оружие сильное, особенно когда вы вот так вот стреляете впритык. Ну и, в принципе, для дробовика, наверное, прицел и не нужен. Потому что, ну, вы подходите и просто поехали вот так вот. И перезарядка у него еще и очень достаточно быстрая. Обвесы на дробовик также у нас есть средний прицел, глушитель и тактическая ложа. Берем сам дробовик, буква «Я», положили все перки, вот так он теперь у нас выглядит. Особо на дробовик теперь не похоже, если честно, но это все еще дробовик. Не знаю, зачем, в принципе, ему прицел, но можно и с прицелом поиграть, почему бы и нет. Дальше же у нас идет хоть что-то интересное, винтовка, то есть типа АВП, если вы стендофер, то АВМ. Для винтовки у нас крафт тоже 24 железа, все очень просто, и на винтовку уже можно положить все обвесы, все 4, нажимаем на «Я», положили все припасы, обвесы, легкая рукоять, утяжеленная ложа, глушитель и короткий прицел. Ну, конечно, для винтовки можно взять еще и длинный прицел, скорее всего, это будет намного логичнее, не знаю, как-то я потерялся с этим. В общем-то, нажали, прицел появился, можно еще присесть, тогда у вас точность будет намного больше. Оп, выстрел, перезарядка достаточно быстрая, поэтому можно поиграть с друзьями в каких-нибудь снайперов или в КС. В общем-то, что-то такое можно придумать. Следующее же оружие, как по мне, одно из самых интересных, это гранатомет. Для него у нас есть даже обвесы, короткий обвес и утяжеленная ложа. Крафт 32 железа, не особо тяжело. В общем-то, в чем же прикол гранатомета? У него есть прицел, я об этом, кстати, не знал. Но у него есть прицел, тоже можно... Оп, все. Суть гранатомета в чем? Он кидает гранаты. Вот граната полетела, взорвалась. Чем выше вы поднимаете, тем она дальше летит, потому что... А нет, кстати, граната еще и в воздухе взрывается. Этого я, честно сказать, не знал. То есть физика особо не работает на этом всем. Но, если, я думаю, попробовать что-то поделать, то можно придумать интересное. В общем-то, давайте повесим все обвесы. Это утяжеленная ложа и короткий прицел. В принципе, ну, не знаю, зачем тут нужен прицел.
как такового смысла, наверное, он не имеет. Но одно из самых интересных особенностей гранатомета это то, что он может делать вот так. Оп, и вы полетели. Оп, и вы полетели. Просто вот так вот встали, чикс, полетели, чикс, поднялись. И так можно даже попробовать сделать два раза, если я не ошибаюсь. Сейчас попробуем так. И, ну, я как-то пытался сделать. Как-то у меня получалось даже два раза прыгнуть. Ну, короче, если приловчиться, то можно и научиться. Вот я, видите, гранатометом сломал мой крафт. В принципе, давайте так. Бах. А, ну тут тоже оно сломалось, к сожалению. Неприятно, неприятно. Но, в общем-то, вы знаете теперь, как работает гранатомет. Если у вас в доме картины, то можно ими... Можно гранатометом быстро их разобрать. Следующая на очереди у нас идет базука. Самый, наверное, тяжелый крафт у нее является. Потому что 44 железа, красный краситель и 4 редстоун пыли. Я не особо понимаю, зачем красный краситель, но пусть будет. В общем-то, базука у нее уже встроенный прицел. Вот так вот бам. И полетела ракетка. Куда-то она улетела далеко, что-то не туда, куда мне... Да что ты убегаешь от меня? Перезарядка у нее достаточно долгая. Все, ракетка летит. Ракетка по нему что-то не попала. Ага, значит базука должна делать вот такой бум. Да, базука у нас разрушает местность. Она не особо, так понял, стреляет по врагам почему-то. А нет, по врагам тоже попадает. Короче, вот так вот. И тоже можно на ней немножко попрыгать, но я думаю, лучше так не делать. Также особенность у базуки является то, что у нее нету никаких обвесов. Одно из тех оружий, у которого нету обвесов. Ну, в принципе, зачем ей обвесы? У нее есть прицел уже встроенный. Ну и она, в принципе, сама по себе мощная. Дальше же у нас идет тоже одно из очень интересных оружий. Это миниган. У него тоже нету обвесов. Крафт 38 железа. Тоже все довольно-таки дешево. Прицела нету, просто у вас появляется просто оружие, и вы вот так вот начинаете разносить вот это вот все по вот таким вот слаймам. Это вообще прекрасно стрелять. Видите, дальность оружия поражает. Пули тоже можно заметить по дереву, летят вот так вот их много, но в воздухе тоже можно их увидеть, в принципе. Хоть оружие и супер классное, но про него особо много ничего не расскажешь. Дальше же у нас идет штурмовая винтовка. Это по типу АК-47 и тому подобное. Вот так вот залетели, влетели, пошли стрелять. Тоже прицел присутствует. И присутствуют также обвесы на нее. 4 обвеса. Я думаю, на все винтовки тут идет 4 обвеса. Вот так вот снарядили. И все, и это у нас... Какой-нибудь АУК или СГ из КС-очки. В стендофе не знаю, как будет все называться. В общем-то, смотрите, вот так вот поехали. И просто нету отдачи. Нету отдачи. Вот такой вот билд. Но мы пожертвовали скоростью стрельбы. Перезарядка такая же быстренькая, но скорость стрельбы пропала. Та, которая была. Дальше же у нас идет тоже достаточно интересный элемент. Это пистолет-пулемет. Тоже присутствует вот такой изначальный прицел, но отдача это просто что-то с чем-то. Вот давайте я не буду вести никуда мышку, поехали. Вот так вот за секунду мы уже в небе. Крафтится из 20 железа, 3 обвеса присутствует, тактическая ложа, глушитель и длинный прицел. Ну прицел можно любой в принципе поставить, как и ложу, как и получается что это у нас было? А, глушитель один в игре, к сожалению. Но это очень неудобно с этим пистолетом-пулеметом, когда у вас с какими-то обвесами. Типа, может быть, как-то вот так вот бежать, может быть, еще можно. Но тоже, если играть с друзьями, то будет как раз-таки зашибись. Ну и последнее оружие, которое представлено в этой игре, это тяжелая винтовка. То же самое, как обычная винтовка, только стреляет сильнее. Получается, у нее больше урона, 18 урона написано. Ну и перезарядка намного дольше. Также имеет 3 обвеса. Вот, кстати, почему 3 обвеса, да? Да, потерялся. Не у всех винтовок, получается, есть 4 обвеса. К сожалению. Но у нее есть специальная рукоять. Вот так вот она теперь выглядит. В принципе, какая-нибудь муха, допустим. Вот так вот присели на шифтик, потому что нам оно так больше концентрации дает. И оп, все, нету слайма. Перезадачка прошла, оп. Ну, праймазали чуть-чуть. Оп, нету слайма. В общем-то, вы поняли, как это все работает. Также мод предоставляет нам 9 новых чародейских книг. Быстрые руки, указательный палец, облегченный прострел, сверхбоезапас, возвращенные, ускоритель, пробитие и поджигатель. То есть на многих, я думаю, вы понимаете, как они действуют. Допустим, возьмем какой-нибудь возвращенный 2. Я не знаю,
А, все нормально. Честно сказать, я не проверял эти все чародейские книги, поэтому я не знаю особо, как оно действует. Но я думаю, если вы сами разберетесь, то вы не будете использовать чародейские книги, почему-то я в этом уверен. Так же, как я уже и показал, в игре присутствуют вот такие вот обвесы. Их там было немножко больше, конечно, но, в общем-то, основные здесь. Или же просто давайте здесь покажу. Присутствуют прицелы, короткий прицел, средний прицел и длинный прицел. Есть один глушитель, легкая ложа, тактическая ложа, утяжеленная ложа. Все перки, как бы, видите, что увеличивается, что уменьшивается. И есть легкая рукоять и специальная рукоять. Вот единственное, что только прибавляет, это легкая рукоять. Как это работает, я не особо понимаю, но вот такое вот чудо есть. Крафты у этого всего тоже достаточно не тяжелые. Да, в принципе, пойдет. Хотя вот, допустим, вот с губкой, наверное, будет тяжело глушитель сделать. Но тоже, если у вас мир Майнкрафта там на 100 дней, я думаю, вы справитесь. Присутствуют в игре также патроны для этого всего, ракеты, гранаты. И, ну да, ракеты и гранаты. Ракета нам нужна только для базуки, а вот граната и оглушающая граната можно кидать их просто. Смотрите, вот сейчас зажимаем левую кнопку мыши, хоп, кинули. И типа звук удается, но это тоже, опять же таки, для какой-нибудь мультиплеерной игры. А вот обычная граната, это уже что-то интересное. Зажали, кинули. Бам, взорвалось. К сожалению, не подрывает местность, но тоже неплохо. И нужно быть с этими гранатами аккуратнее, потому что они имеют свойство взрываться в руках. Крафты у этого всего намного легче, чем у обвесов, что очень сильно радует. Также можно покрасить. В принципе, здесь можно все, что угодно красить. Это тоже большой плюс этому моду. В общем-то, вот такой вот я еще полигончик, тир себе устроил. Не знаю, есть ли смысл, потому что мы все оружие вроде как протестировали на вот этих вот прекрасных слизнях, но можно тоже попробовать вот так вот сделать. Оп, хедшотик попали, оп, хедшотик попали, все хорошо, перешли на следующую станцию. Оп, хедшотик попали, третья станция, попали, попали. Все было очень легко и просто. С винтовки будет еще легче, с винтовки они просто вырубаются. Я, честно сказать, я думал, они были бы более живущими. Ну, как такового смысла, все остальное оружие по второму кругу тестировать смысла нет, поэтому мы возьмем Просто возьмем базуку. Бам, отлетел. Бам, отлетел. Бам, отлетел. И еще и мой столик почти остался полностью живым. В общем-то, как работает перезарядка в игре? Все достаточно просто. Я сейчас сам проверил это все. Берем вот скрафтим. Что-то просто скрафтим. Вот, допустим, дробовик. Сбор. Собрали дробовик. У нас вот лежат патроны. Вы просто нажимаете на кнопочку R, все как во всех шутерах. И оно начинает перезаряжаться. У каждого оружия своя анимация перезарядки, за что очень большое спасибо разработчикам. Вот так вот пошли, бам в лицо, бам сверху, все. Вот так вот красиво, легко, просто. То есть, ну, намного лучше, чем вот это вот сидеть, заворачивать этот арбалет. И еще и непонятно, попадет ли он или нет. Ну, то есть, как бы, лучше скрафтить себе бирюзовый пистолетик и пошел, за три удара снес слизня. Урон, в принципе, почти у всего оружия достаточно большой. Патроны, конечно, допустим, для минигана надо будет частенько крафтить. Ну, а так, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если хотите увидеть еще обзоры модов, которые будут выходить с вероятностью в 100%.